Крым, если будет деоккупирован Крым, это будет означать полное фиаско Путина. Полное. Либо вышвыривание оккупантов. Вот есть программа «Минимум». 23 февраля, граница 23 февраля прошлого года. Даже если оккупант будет выдворен за эти границы, полное военное поражение Путина. Если будет что-то больше, это будет сокрушительное поражение Путина. Даже один Крым, если будет деоккупирован, это будет полное военное поражение, я бы даже сказал, сокрушительное поражение Путина. Освобождение Крыма будет равно окончанию всей войны. Но что я хотел бы через ваш канал сказать российским? А у них нет возможности выйти из этой ситуации.